Я бываю в багатьох різних церквах, штатах, і хотів вам сказати, особливо місцевим людям, дорожіть і цініть те, що ви маєте тут. По-англійськи є таке слово «You guys have God's favor». Ви маєте особу Божу благодать. І я так як гость зрівнюю з різними другими церквами і бачу, що Бог дає вам благодать. It's favor, it's God's favor. Сьогодні я хочу проповідувати на тему, яка називається «Причини неотвечених молитв». Reasons for unanswered prayers. I believe as Christians, we heard many times that God answers our prayers. Я уверен, що як християни ми много раз слышали, що Бог отвечает на наши молитвы. Но я думаю, что у вас в жизни были ситуации, когда Бог по разным причинам не ответил на вашу молитву. Вы, наверное, знаете людей, которых Бог не исцелил. И, наверное, у вас тоже были вопросы к Богу, почему на мою нужду Бог до сих пор не ответил. I'm sure you have those examples where you still don't understand why God did not answer your prayer. Я думаю, правильнее, вернее сказать, что Бог отвечает на молитвы, но часто не так, как мы хотели, не так, как мы заказывали. И сегодня мы с вами попробуем поговорить, какие условия мы должны выполнить, как люди, что говорит Библия, Писание на тему молитвы, как Бог реагирует, отвечая на наши молитвы. Я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на полное Евангелие. Иногда, христиане, мы можем впадать в крайность, вырывая какие-то места из Писания, вырывая их из контекста, не зная или игнорируя другую сторону, понимая полное Евангелие и сохраняя баланс. I believe it's important for us as believers to stay balanced in theology, in the way we do life, in everything. It's good and healthy to stay balanced. And sometimes we can fall into extreme, for example, one of the extremes is prosperity gospel. Например, Евангелие процветания, где если ты верующий, ты будешь богатый, будешь довольный, никогда не будешь болеть. Это одна крайность. Потом мы читаем Евангелие, видим, что там люди, христиане, тоже переживали страдания. И здесь к нам приходит большая картина. Мы начинаем понимать, что есть и одна сторона, и другая сторона, и где-то есть баланс. И когда мы говорим об молитвах неотвеченных, я хотел бы вам привести некоторые места Писания и хочу задать вам вопрос. Вы слушайте внимательно и потом скажите мне, что из этих стихов есть общее. Там есть одно слово везде общее. Look for a word, a common word in every single verse that I'm about to present. So you can follow me on the screen, на экране. Первое место. Если не будете прощать людям согрешений, то и Отец ваш Небесный не простит вам. If you refuse to forgive others, your Father will not forgive you. Следующее. Но если не покаетесь, все также погибнете. Третье. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Что в этих текстах одинаковое? Есть одно общее слово везде. Скажите громче. Если. Or if. Короткое слово, только четыре буквы. Если. If. Но вы согласны, что это слово меняет все? Когда тебе начальник, босс на работе или папа говорит, сынок, я тебе вот это дам, если. Ты уже понимаешь, что есть условия.
Так вот, мы с вами сейчас прочитали вот эти места Писания, где Бог что-то дает, какие-то обетования. Бог говорит какие-то условия. И употребляется слово «если». Значит, Бог и сегодня, Бог живой, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог точно слышит наши молитвы. Бог отвечает на наши молитвы. Но не забывайте за «если». God, He answers our prayers, but don't forget about if. Sometimes there are conditions. И давайте мы посмотрим в Писание, какая наша ответственность. Что должен сделать я, чтобы получить ответ на молитву? Важно напомнить, что Бог, Он есть Бог любящий и милующий. Поэтому часто мы получаем ответы и помощь на наши молитвы не по нашим заслугам. В Писании написано, что милость Божья превозносится над судом. God's grace and mercy, the Bible says it's renewed every morning, even though sometimes we don't deserve it. И теперь давайте узнаем вот эти принципы, условия, причины неотвеченных молитв. Итак, первая причина – это мы не смотрим на жизнь с перспективы вечности. Иногда нам кажется, что мы не получаем ответа на молитву. Мы не понимаем Бога, иногда мы возмущаемся, иногда нам не все можно объяснить. Первая причина – мы не смотрим на жизнь с перспективы вечности. We don't see, we don't look at life from the perspective of eternity. Все понимают, что жизнь на земле временная. Но все себя так ведут, как будто мы здесь будем жить веками, вечно. И для нас верующих, и для меня тоже, важно напомнить самому себе, что мы люди, христиане, движимы вечностью, живем ради вечности. We are driven by eternity. If you are a mature believer, we should be reminded that we are driven by eternity. Неверующие люди, они получают награду и все наслаждения уже здесь, на земле. Верующие люди, они это ожидают вечности. Поэтому мы сегодня себе напоминаем, что даже если вы проходите трудности, у вас есть проблемы дома, в семье, разные, финансовые, физические, эмоциональные, все страдания на земле — это временно. Это хорошая новость для людей, которые верующие. Все страдания на земле — это временно. И когда человек это понимает, то половина его проблем перестают быть проблемой. Если вы смотрите на жизнь через призму Писания, через перспективу вечности, то половина проблем исчезает. If you look at your problems through the perspective, through the lens of Scripture and eternity, half of the problems don't exist anymore. Матфея 16 глава написано, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, заработает все деньги, у него все будет хорошо, здоровье, счастье, долго-много смеется, все есть, но душе своей повредит. Много фана. He's the coolest dude. Он самый крутой, самый классный, но душе своей повредит. Писание говорит, нет смысла в такой жизни. There is no point in such life. Even though if you think it's a cool life, but if your soul suffers. The Bible, the Almighty God, His Word says there is no point in life. Поэтому, друзья, когда мы думаем о вечных ценностях, легче жить и легче умирать. Я знаю, что большинство из нас, здесь молодые люди, еще не думают умирать. Но те, кто умирают резко, они никогда это не планировали. Поэтому, друзья, главное, что мы должны заметить в Писании, что Божья цель для людей на земле, главное, это спасение человеческой души.
вопрос физического здоровья. Да, Бог может помогать, Бог может исцелять. Но самое главное – это спасение души. Написано в Писании, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. The Bible says it's God's will for everyone to be saved. Каким путем? Разными путями люди приходят к Богу. Это уже, и здесь можно сказать, а я не согласен, а мне не нравится. А что это меняет? В Писании мы читаем, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это главная цель Бога. Поэтому, друзья, Колоссянам 3 глава написано, о горнем помышляйте, а не о земном. Think about things of heaven, not the things of earth. И здесь, конечно, это не значит, что ты должен быть таким духовным, что ты не заботишься за семью, что ты не ходишь на работу, что ты не кормишь других. Нет, это не говорит, что ты должен быть ленивым. The Bible does not promote laziness. It's okay to care, to provide, to be a hard worker. But remember, your mind, your focus should be also about eternity, about spiritual things, about your spiritual development. Мы должны также думать о нашем духовном развитии, духовном росте, потому что это то, что поможет тебе в жизни пройти все трудности и достичь этой вечности. Когда человек очень поглощен земными заботами, ему очень тяжело жить морально. When you are consumed by earthly worries, it's very hard emotionally, it's depressing. You're so burdened. But you can have peace in God, even though we all deal with problems. Мы можем иметь мир в Боге, смотря на жизнь через перспективу вечности. Друзья, даже люди, которые имеют миллиарды долларов, среди такого класса людей они поканчивают жизнь самоубийством. Even billionaires, they commit suicide. Why? Кажется, все есть, все, что хочешь в жизни, фана выше крыши, что хочешь, можешь себе позволить. Заканчивают жизнь самоубийством. Вы никогда не думали, что в жизни человеку не хватает? Вот, друзья, суть, смысл жизни – настоящей, полноценной жизни, когда и душа, и дух, и тело могут быть наполнены. Это в Боге. Только в Боге написано «успокоится душа». Других вариантов, источников нету. Куда не едешь, на какой курорт, не найдешь покоя и счастья. Только в Боге, Писание говорит, «успокоится душа твоя». Часто, друзья, причина, почему мы так, нам тяжело, это потому, что мы очень-очень-очень сфокусированы, сконцентрированы на земных и материальных целях. Often we feel overwhelmed, burdened, because we are so focused on earthly goals and things. Вы знаете, я общался с людьми, когда началась война в Украине, и я вижу, как там люди по-разному реагировали. Во-первых, когда началась война, люди в одинаковых условиях по-разному реагировали. Люди, которые потеряли свои дома, потеряли бизнеса, потеряли своих все материальное имущество. У одних людей просто депрессия, тупик, желание покончить жизнь самоубийством, безвыходность. А у других людей, да, больно, да, жалко, но на душе мир. Одни люди это не знающие Бога, не верующие, а другие люди это верующие, христиане, настоящие. Конечно, никому не хочется терять и дом, и машину. Но когда ты настоящий верующий человек, ты смотришь на эти вещи по-другому. Это все равно, что, вы знаете, ребенок, дети,
когда у него игрушку забрали, или игрушка упала, разбилась и поломалась. И ребенок начинает плакать. И такой каприз, такой скандал. Кажется, трагедия. Ребенок так плачет. Ты его утешаешь. Ты ему как папа объясняешь. Да я тебе другую куплю. Да все нормально, да. Слезы, такой вопль и громкость. И здесь смотрит, стоит возле него другой человек, взрослый. Смотрит на одинаковую ситуацию совершенно другим взглядом. Вот точно так же, друзья, люди смотрят на материальные вещи, на проблемы, которые мы встречаем на земле, по-разному. Есть люди духовные смотрят на это, есть люди плотские смотрят на эту же проблему, на эту же ситуацию. Но когда ты это смотришь с перспективы вечности, ты по-другому понимаешь, ты доверяешь Богу, что если на мою молитву что-то пришло не так, как я заказывал, я не получил ответ, который я от Бога просил или требовал, то значит с перспективы вечности есть этому объяснение, есть то, что я не понимаю. Иногда мы, люди, хотим понимать все, что делает Бог, все, что происходит. Так как ты хочешь Бога понимать, если ты своего тинейджера не можешь понять? Одна мама мне звонит, рассказывала там столько проблем там в жизни рассказывала, и говорит, я вот молюсь, не понимаю Бога, вот объясните мне то, я Бога не понимаю. И в конце говорит, пожалуйста, поговорите, пастор, с моим тинейджером, потому что я ему объясняла уже. И на одном языке, уже и на английском пробовала объяснить. Он меня не понимает, пожалуйста, объясните ему, потому что мы друг друга не понимаем. Я в конце говорю, мама, так как вы хотите Бога понять, если вы тинейджера не можете понять, и вы на одном языке разговариваете? Почему вдруг люди решили, что Бог и мы будем, ну, так почти на одном уровне? Так как дети, мы дети, иногда не можем, маленькие дети наши не могут понимать родителей и все их решения, точно так же и мы, как дети Божьи, должны доверять нашему Отцу Небесному, когда даже мы приходим к Нему с нашими молитвенными просьбами. 2 Коринфянам 4 написано, «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в нас в безмерном преизбытке вечную славу». Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, друзья, первый пункт, почему иногда причиной нам кажется неотвеченных молитв, это потому что мы не смотрим на жизнь с перспективы вечности. Причина номер два. Мы просим из-за плотских вожделений. We ask because of selfish motives. Читаем Иакова 4 глава. Просите и не получаете. Какая наша тема проповеди? Причина неотвеченных молитв. Написано «просите». И дальше. В Священном Писании написано «и не получаете». Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. В новом переводе написано, не получаете, потому что просите из-за неправедных побуждений или неправильных мотивов, желая употребить просимое на свое наслаждение. So we ask, and you don't get it. So you see, the Bible says, sometimes you ask and you don't get what you ask. Because of your wrong motives. You wanted only to use it for your pleasure. Because you pray just for selfish reasons. Друзья, ну кто здесь эгоист? Встаньте. Ну понятно, что мы все думаем, что мы не эгоисты. И я тоже так думаю. Мы все думаем, что это к нам не относится. Мы все думаем, что I'm not selfish. We all think I'm not selfish and I have never prayed a selfish prayer. Can I get an amen?
We all think we're good people. Поэтому, друзья, иногда нам трудно понимать, даже замечать. А вот за других мы замечаем, вот ты эгоист. А за нас точно так же другие думают. Поэтому Писание нас предупреждает, что, значит, стоп, моя молитва может быть иногда эгоистичной. Ну, самому можно делать выводы. И здесь, друзья, я вам приведу один такой пример. Представьте себе, что я пришел к вам в гости и решил с вами познакомиться. Спросил, как вас зовут, как дела, как погода, а потом спрашиваю, а расскажи мне, о чем ты молишься? Вам так показалось такое странное знакомство, со мной так никто не знакомился. Ну ладно, назвал там, за то назвал. А я ему говорю, а можете мне представить весь список, о чем вы молитесь? И человек, ну ладно, и называет 10 пунктов, о чем человек регулярно, постоянно молится. И дальше я смотрю, что в этом списке нету ни одной духовной просьбы. Человек молится за здоровье, молится, чтобы Бог детей хранил, молится за работу, молится, чтобы выздороветь, молится там за охрану в пути, молится, чтобы все было хорошо, чтобы Бог благословил. Нормально, мы имеем право. Имеем право просить, молиться. Но нету ни одной просьбы, ни одной такой, Господи, покажи мне, в чем я не прав. Дух Святой, открой мне то, что я за собой вот не замечаю. Господи, помоги мне духовно возрастать. Господи, вот я уже 10 лет собираюсь взять пост и никак не могу собраться. Господи, помоги мне. Вот я не могу по утрам вставать, проводить время с Богом, молиться. Помоги мне в этом вот справляться. Я вот борюсь. Вот нету таких нужд, нету таких просьб. Все просьбы, все молитвенные нужды чисто вот сохрани, дай, Эль-Шадай, снова дай. When we look at our prayers, often we can conclude that we have no spiritual needs at all. All we ask God is like, bless me, protect me, provide me, heal me, restore me, myself and I. What about transform me, change me, reveal to me where I'm wrong, show me my blind spots. I need to see what I don't see. Maybe I hurt people. Maybe I need to grow and improve somehow. Is it part of your prayer list? Вот почему иногда сказано, все наши молитвы иногда, не за всех я говорю, часто все очень поверхностное, земное и материальное. Однажды, друзья, у нас есть пост, который мы практикуем в церкви регулярно. И однажды я взял неделю пост и просил у Бога откровения. И я так сильно настроился ожидать от Бога откровения. Я уехал, я закрылся, я отключил там телефон, я пребывал в посте, и в конце недели я получил откровение. Вы хотите знать, какое? Вы не хотите? Я же неделю страдал, голодал, и в конце получил откровение. Пойди и извинись вот перед тем человеком. Я думаю, Господи, так я вот это неделю голодал, вот это ящик воды за собой вот это носил, вот это, чтоб ты мне это сказал. Так мне жена это и так говорила. Вот откровение. Но я такого откровения не искал, я о таком не молился. Я там молился, там, Боже, дай, и еще там дай, и там реши, и там все. А видите, вот сердце Бога.
А у нас такие молитвы редко бывают. Но когда мы приближаемся к Богу, когда мы ищем Бога, то тогда нам Бог открывает такие вещи, что нам 10 лет кто-то там пытался сказать, говорить, но когда это Дух Святой скажет, вау, it's a transformation. Это такое на другом уровне. И ты смотришь на жизнь по-другому. То ты там на тех злой, на тех недовольный, там бурчишь, там ты ропщешь, там ты мира нету. А пообщался с Богом на другом уровне. Господи, дай мне понять то, что я не понимаю. Дай мне любить людей, которых я не люблю, не вмещаю. И Бог тебе помогает, и ты смотришь, и так расслабляется человек в хорошем смысле, в мир, покой приходит в сердце. Вот, друзья, что происходит, когда мы говорим, Господи, укажи мне на моего идола, когда мы начинаем анализировать себя, Писание говорит, вникай в себя. В себя мы больше вникаем в проблемы, как их решать, а Писание говорит, вникай в себя. И поэтому иногда то, что мы у Бога просим, мы уверены, как наши дети уверены. У меня вот дети часто просят, а я как папа решаю, им это не надо, им это не на пользу. А дети, думаете, меня понимают? Я только одно утешаюсь, вырастут, поймут. Точно так же и мы к Богу приходим, Господи, дай, я же прошу во благо, я же это... А Бог знает мотивы, Бог знает наше испорченное сердце. Бог знает, что мы можем так казаться такими духовными. Но внутри нет, не получаете, потому что из-за плотских мыслей, because of selfish reasons, you are driven by your flesh. Третья причина, почему мы не получаем ответы на наши молитвы, не пребываем в Слове. Third reason why sometimes our prayers are unanswered is because we don't abide in the Word. Читаем, что по этому поводу говорит Библия. Иоанна, 15 глава. Если, помните это слово, если? English. If, there's a condition, предупреждение сразу. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вы знаете, что мне, если вам на экране видно, я вам покажу, вот что мне нравится в этом стихе. Мне больше нравится вот эта часть, вот эта тут. Чего не пожелаете, просите, и будет вам. По-английски написано, you may ask anything you want. Вы представляете? Anything you want. Все, что хотите. Просите, и будет вам. Вот, правда, есть такое желание вот это вырезать на холодильник, на руль в машину, приклеить, и вот так вот и провозглашать. Вот все, что хочешь. Вот и аж разрываются... не знаю, мозги, мысли, теряешься. Что же заказать? Вот все, anything you want. А тут пришел проповедник и полное Евангелие для баланса. Читаем весь стих. Не половинку стиха, не просто выбираем стишки, которые нам нравятся, а все. Читаем, если... Стоп. Если... Дальше. «Прибудете во мне, и слова мои в вас». То есть, оказывается, друзья, еще читаю один текст, Иоанна 8 глава. Христос сказал, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Если прибудете в Слове Моем, если прибудете во мне, то тогда... Чего не пожелаете, просите. И здесь, конечно, друзья, что такое пребывать? The Bible says, if you abide in my word, if you abide in me, Jesus said, you can ask anything. The next question is, what does it mean to abide practically? Что же это значит пребывать? Я вам приведу практически простой пример. У всех у вас есть смартфон, правда?
У всех есть? Точно. Никто дома не забыл. No, I'm just making sure. Потому что я знаю, что если дома забываете, то сразу you have to make a U-turn. Обязательно нужно разворачиваться и брать. Так вот, что такое пребывать? На практике мы все пребываем в телефоне с утра до вечера. Когда вы просыпаетесь, кому вы первому говорите «доброе утро»? Если жена или неженатый, то кому? Телефону, поздоровался там, посмотрел. Когда вы засыпаете, кому вы последнему говорите «спокойной ночи»? Взял телефон, посмотрел, проверил, там будильничек наставил, ну еще там пару вещей проверил. Так. Дальше, когда вы сидите на аппойнтменте, ждете, с кем вы общаетесь? Снова этот же девайс берем, с ним там пообщались. А на светофоре? Да, вы тоже общаетесь? Тоже взял, тоже так посмотрел. А бывает даже и в церкви, бывает, да, и в колледже, да, и везде. А если целый день, сколько? Сколько раз вот мы заглядываем в телефон? Вот это называется, мы пребываем. Мы вот постоянно, вот даже телефон бывает лежит далеко от вас. И не знаю, как это продемонстрировать. А вы с кем-то общаетесь, да? С мамой или митинг у вас какой-то, встреча. И вы вот все равно как-то в него так подглядываете. Бывает? Вот вроде бы кажется, ты с человеком разговариваешь. Но вот эта штучка тебя так, просто ты так все равно туда заглядываешь. А иногда бывает, хочется пальчиком хоть, ну, хоть тронуть так. Раз, так, тык, тык. Нормально. И кажется, не можешь и часа пробыть, прожить, чтобы вот, ну, не тронуть, не заглянуть. А представьте себе, я когда-то рассказывал уже эту, мой проект «Мечта». Всегда ищу спонсоров. Сделать такой христианский телефон, что телефон ты не можешь открыть, не можешь посмотреть время, не можешь прочитать текст-месседж, пока ты не прочитаешь один стих из Библии. И вот ты хочешь посмотреть время, раз, все заблокировано. Стих из Библии прочитал, раз, прошло время, прочитал, посмотрел время. So you want to check your phone, it's locked, you cannot unlock it. You have to like, it's a software that I'm dreaming to develop. So like you touch your phone, you have to read a Bible verse first, and only then you can check your text message. Сначала прочитал стих Библии, только потом проверил text message. Потом пошел на social media. Как вы думаете, сколько стихов в Библии в день вы прочитаете? Кто хочет стать спонсором этого проекта? Правда, друзья? Вот что значит пребывать. А человек регулярно, постоянно об этом думает, живет, он утром проснулся, он об этом размышляет, о Божьем Слове. Он вечером, он снова прочитал пару мест, он об этом размышляет. Он днем думает снова о Божьем Слове, он вспоминает, он что-то размышляет, он пребывает. И смотрите, независимо от занятости, независимо от погоды, если для тебя это приоритет, ты будешь в этом пребывать. Поэтому, друзья, написано в Писании, если человек пребудет в Слове, if you abide in me, if you dwell in the Word of God, but if you dwell in your Instagram, then expect to receive from Instagram what? A bunch of nice pictures. Если человек пребывает в Инстаграме, то я от Инстаграма и получаешь ответы. Много картинок красивых, как люди красиво живут. Поэтому, друзья, вот это место Писания, вот это условие, если пребудете, то оно очень многое меняет. И потом написано, кажется, правда, такой рискованный текст. Все, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Но знаете, друзья, в чем здесь откровение? Что если ты по-настоящему будешь пребывать в Боге, будешь пребывать в Его Слове,
Ты начинаешь день с этим словом, ты думаешь об этом слове, ты скучаешь за этим Божьим словом, оно для тебя интересно, тебя не нужно заставлять читать Библию, тебя не нужно пугать, что читай Библию, а то в ад пойдешь. Нет, ты этим живешь, тебя это манит, ты за этим скучаешь, ты пребываешь, то тогда, друзья, ты можешь просить, написано в Писании, чего хочешь, и будет вам. Знаешь почему? Потому что твои желания поменяются. Твои молитвы изменятся. Твои просьбы, мечты, планы поменяются. Почему? Потому что Божье Слово будет так на тебя влиять. Божье Слово будет так тебя трансформировать. Твои планы, мечты, желания будут меняться. Ты не будешь у Бога просить то, что Богу не угодно. Ты будешь просить то, что Богу угодно, и Бог будет тебе давать. Вот почему, когда человек пребывает в Слове, Писание говорит, просите все, и будет вам. А мы только помним, просите все. А там написано, если прибудете, то поверьте, друзья, молитвы будут меняться. И просьбы к Богу тоже. Слава Богу за это, друзья. Слава Богу за это. Четвертое – это неповиновение Слову. Четвертая причина, почему иногда у нас неотвеченная молитва – это неповиновение Божьему Слову. Луки 6:46 написано, что вы говорите мне, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю. Говорите правильные слова, поете правильные песни, но не делаете того, что я говорю. Иоанна 1:3. И чего не попросим, внимание, внимание, это такое, что нам нравится. И чего не попросим, получим от Него. Звучит позитивно. И дальше написано, потому что, причина, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. We receive from Him whatever we ask, because we obey Him. Because we obey. Вот почему, друзья, так важно повиновение Божьему Слову. Если мы не слушаем то, что Божье Слово говорит, мы можем посещать конференции, там служения, кемпы, но если мы это в жизни не применяем, if we don't apply in our practical daily life what we know from the Word of God, it doesn't bring any benefit. Это все равно, что ходить к врачу, к доктору. Доктор говорит тебе, что нужно делать, нужно зарядку, нужно диету. А ты послушал, сказал, классная информация. То что будет в будущем? Ты снова придешь к этому доктору. Снова. А доктор тебе будет объяснять, что нужно сделать, чтобы быть здоровым, как вылечиться, таблетки принимай. А ты решил, а что такие таблетки? Плохие, маленькие. У меня бабушка была, она... Приехала в Америку, и она все измеряла качество таблеток по размеру. Если таблетка такая большая, значит, о, гарно, хорошо. А иногда она говорила, что там мне дав, там какую-то таблеточку такую маленькую. Она решила ее не пить. Думает, а что это доктор такое придумал? А потом говорит, ой, все болит, ой, везде. Доктор спрашивает, что болит? Все болит. Так что ж ты не принимаешь то, что тебе сказали? Вот так иногда у нас по отношению к Богу. Бог, Писание говорит, что мы должны делать, а мы просто это принимаем как информацию. Но мы не слушаем, не повинуемся Божьему Слову. Тогда у нас в жизни возникают сложности и проблемы. Вот почему важно повиноваться, исполнять, не просто знать, но исполнять. Помните, я вчера говорил, мы много знаем, но мало исполняем. И последнее, друзья, последний пункт, пятый, причина неотвеченных молитв – это нераскаянный грех. Можете эти пять пунктов сфотографировать. Я думаю, в жизни они вам иногда помогут. И читаем теперь Иоанна 9 глава. Но мы знаем, уже с сегодняшнего дня и вы знаете, но мы знаем, давайте прочитаем вместе, что грешников Бог
не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. We know that God does not listen to sinners. Конечно, друзья, здесь важно дополнить, что когда грешник приходит к Богу в покаянии, признает свое состояние, Бог на такое всегда реагирует. Потому что Бог пришел, жизнь отдал за всех грешников. Но когда человек живет в грехе, умышленно живет двойной жизнью, а потом приходит еще Богу заказы дает. Или приходит к Богу как тревога, так и к Богу, а по жизни живет другой жизнью. И потом возмущается, да, вы там говорите, Бог отвечает, Бог там помогает, где ваш Бог? Вот, все ясно, все честно, все открыто. Вот почему, друзья, важно не уходить с этого места домой, если есть нераскаянный грех, если ты живешь в грехе, если есть зависимость, с которой ты страдаешь, если ты живешь какой-то зависимостью, то ты от нее освобождайся, кайся, беги к Богу, проси помощи у других людей. Но не оставайся в таком состоянии, это опасно, это тебя разрушает. It will destroy you. Sin, the Bible says, devil, he came to kill, steal, and destroy. The sin will destroy you. Don't live a double life. Вот это, друзья, и все. Псалом 65 написано, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Поэтому, друзья, сейчас мы будем молиться. Если можно, снова эти 5 пунктов на экран. Это, друзья, для нас простые тексты из Писания. Я думаю, мы все верующие. Кто-то давно верующий. У нас были вопросы к Богу, вопросы, почему Бог не отвечает на молитвы. Или точнее сказать, почему Бог отвечает не так, как мы заказывали. Вот, друзья, для нас ответы. А теперь нам осталось по жизни идти и исполнять. Давайте мы все поднимемся сейчас для молитвы. Я хотел бы сегодня помолиться за тех людей, которые, возможно, уже давно носят какую-то нужду или тяжесть и до сих пор не получили ответа на их молитву. Я хочу помолиться, чтобы Бог укрепил вашу веру в живого Бога, в котором я призываю вас верить Богу. Оставайтесь верны Богу. I challenge you guys to remain faithful to God. Still, believe and put your hope in God. You have nothing to lose. It's much better to hope and trust our living God. I want to encourage those who are discouraged because maybe for whatever reason you find a reason on the screen why your prayer was not answered. Today you know. You can go home and you can say, Lord God, now I understand. Now I will do my best. I will do my part in order to be connected and to receive from you. I will hold on to your promises and I will do my part. Может быть, кто-то скажет, сегодня я иду домой, и я понял мою ответственность. Я понял, что такое если. Я понял, что я должен делать со своей стороны. И я буду это делать. Давайте мы сейчас все склоним наши головы. Закроем глаза. Кто находится там сзади, за палаткой, сбоку, за палаткой, там, где вы есть. Давайте мы сейчас все возьмем время просто для молитвы. Просто помолимся. Аллилуйя. Santa Kentala Sara Marlo e Rise and Gaze. Corlara Bara Brace.
Hallelujah, Rimana Santa Kata Hasalara Marlori Beleri Christ in Jesus. Kura Mana Rasar Leri Hilleri Marlori Killeri Marlori Beleri Christ in Jesus. Kura Mana Rasana Cheketa Hasalara Marlori Beleri Christ in Jesus. Hallelujah, Lord God, we thank you, Jesus. We worship you, Jesus. We bless you, Jesus. Keramana Santa Kata Hasalara Merleri Killeri Marlori Beleri Christ in Jesus. Hallelujah, Rimana Rasala Ramara Memleri Galeri Christ. Haramana Rasana Tukuta Husu, Galeri Balara Gaze in Jesus. Hallelujah, Jesus, 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 Hallelujah, Jesus. Heramana Rasan Chamando Gaze. Heramana Rasan to Kentalara Halara Mandari Gaze. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah, Rimana Santa Rakesa Hasalara Marluri Galeri Gaze. Отец Небесный, мы, Господи, как Церковь Твоя, как дети Твои, обращаемся сегодня в этой молитве к нашему Богу Отцу Небесному. Я молюсь вместе с моими братьями, вместе с моими сестрами. Я молюсь, Господи Иисус, о Твоей мудрости. Господи, помоги нам, Боже, понимать эти тексты Священного Писания. Lord, help us to understand, to absorb Your Holy Scriptures. Господи, помоги, чтобы это Писание, оно влияло на мое сердце, на мой дух, Господь. Я верю, Боже, что Твое Слово, оно проникает до разделения души и духа. Я молюсь, Дух Святой, пусть оно проникает сегодня в сердца каждого, в сердце каждого, кто слышит, кто видит, кто смотрит онлайн, кто находится здесь, кто слышит там, на поле, за палаткой. Господь, пусть это слово проникает глубоко-глубоко в сердца, в дух человеческий, Бог мой. Пусть оно утешает, дает надежду, пусть оно поднимает нас, Господь, двигаться в правильном направлении, цепляться за Бога, держаться, верить Богу живому, милующему, который дает нам иногда не по заслугам нашим. Lord God, I'm so grateful to you, Jesus, for your mercy, for your grace, Lord God, that often we don't deserve, Lord God, but you give us every time another chance, and today you're giving us another chance, Lord God, to go home and to apply your holy instructions. Lord God, to go home, Lord God, and to live and be transformed into your image. Holy Spirit, we ask, Lord God, for your work, for your touch, Lord God, in our hearts, so we would be more and more transformed into your image, Jesus Christ. Lord, I pray for this young generation. I bless them physically. I bless them spiritually. I bless them financially, emotionally, Lord God. Bless their personal future life, Lord. Help them, Lord God, to be your representatives. Я молюсь, Господи, за это молодое поколение. Я их отдаю, Боже, в Твои руки, Твоей благодати. Я благословляю их судьбы, их будущие, личные жизни. Помоги, чтобы они были светом, примером в этом мире, в этой жизни, Господь. Чтобы они представляли Тебя, Бог мой. Чтобы они были солью и светом во имя Иисуса Христа, Бог мой. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам. Благослови, Господь, нас. Мы очень в Тебе нуждаемся. Lord, we need you. We need you, Jesus, Lord. I need you, Lord God. I choose you. I confess, Lord God, that you are my Lord, my God, Lord. And I choose to come to you with all my questions, desires, issues, because you are God. Иисус, мы славим Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, наполни сердца нашим миром сейчас. Наполни, Господи, сердца миром. Тех, кто проходит тревогу, трудности, вопросы, борьбу. Я молюсь, Господи, за тех, кто сегодня положил в своем сердце покаяться перед Тобою. Кто готов, Господи Боже, оставить греховную жизнь, двойную жизнь, зависимость и бежать к свету. Дай им силы, Дух Святой. Обрати внимание на их искреннюю, честную молитву. Твое слово говорит, Бог с искренним поступает искренне, а с лукавым по лукавству его. Господи, мы склоняемся перед Тобою. Господи, нам так иногда бывает тяжело жить на этой земле. Мы теряемся в приоритетах, мы сбиваемся, Господь. Помоги нам, Господь, сохранять баланс,
правильно видеть, правильно слышать и исполнять по жизни то, что Ты нам сказал делать. Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся Тебе, Святый Божий. We worship You, Lord, and we honor You. In Jesus' name. Аминь.